Всем привет, с вами Ульки, и мы продолжаем кампанию «Однажды в Берривуде». На этот раз что нас ждет? Хрен его знает, какие-то спецагенты. Вход. Надеюсь, быстро закончим этот уровень, потому что у меня свободных сейчас минут 40-50 где-то есть. Квиксман. Кингсман, походу. Ладно, окей. Но похоже, в принципе. Так, что они тут? Они жмутся. Ты наконец-то здесь. Фанаты Юджин просто разносят это место. Смотри под ноги. Как скажешь, друг, как скажешь. Такое ощущение, что игра стала в разы медленнее. Не знаю почему, но мне так кажется. Оденешь костюм? Давай. Да, это Кингсман. Ну, я не смотрел ни один из этих фильмов, так что сорян. Что так долго? Юджин ждет. Быстрее на площадку. А по лицу зонтиком не хочешь? Охеревшая рожа. Так, с вами нельзя поговорить. С вами. Да и, походу, ни с кем нельзя. Давайте соберем пока что вот эту херню. Освещение. Короче, смотри, чувак. Освещай, чтобы просто идеально все было видно. А то я тебя уволю нахер. Вэйл идет. Теперь все готовы. Все по местам. В этой сцене Барри Харт наказывает хулиганов за Эгди. Мы должны запечатлеть действия Барри Харта и восхищение Эгди. Отлично, тогда камера, мотор. Мой отец был Квинксманом? Ну да. И мне нужно продолжить его миссию? Ну да. Но я Эгди. После того, как ты поцарапал его машину, Дон сказал, что ты офигел. Мне по барабану, что говорит твоя мама. Я не знаю, что отвечать. Что? Ну же, Барри. Чё я нажал, блядь? Хер его знает, похуй. Я могу лучше. Угу. Уйди с дороги, дедуля. Короче, я понял, мне их нужно спровоцировать на конфликт. Или пожалеешь об этом. Он не шутит, вам пора. Ну, походу, на конфликт я их не смог спровоцировать. А хуй не делать тогда? Если ты ищешь еще одну девушку, они все в королевстве подземелья. Окей. О чем ты говоришь? Достань его. Слышь, педики, вы что там достать собрались? Снято. Превосходная игра. Отлично получилось. Спасибо. Ну как-то вообще стрёмно, по-моему. Рыженька, ты чё обиделась-то? Вэл, нужно поговорить. А в натуре обидки какие-то. Подождите меня. Походу, она переживает за то, что я у неё ролик не мог. Бля, ну погоди, рыженька, ты не переживай особо. Я не специально, если что. Так, тут больше ничего нету. Торт нет. Пойдем отсюда. Так ты хочешь поговорить? У кого главная роль? Это ты, определенно. Ты уверен, что главная роль моя? Я точно уверен. Как мне найти звезду лучше, чем ты? Тогда почему этот стражник получил больше реплик, чем я? Ну, говоря о репликах. Думаю, подходящая роль для моей карьеры. Пожалуйста, не разочаруй меня. Совсем девочка ебанулась. Ее нет. Что с ней случилось? Да хуй его знает вообще. Просто психанула, блядь, ты чё? Наверное, плохой день. Да не, она просто психанула. Но, Бэтмен Джокер. Что расскажешь? Добро пожаловать. Может, глоток напитка из острого соуса вызывающего? Давай, почему нет? Очень острого, точно в порядке. Без проблем. Никаких возвратов, как скажешь. Можешь почувствовать соус? Охуенно. Теперь нужно чем-нибудь запить. Фонтан есть ли поблизости? Ладно, шучу. Что-то написано. Испытание одного глотка. Ладно. С тобой нечего делать больше, с тобой. С вами поговорить можно? Эй, там, погоди секундочку, давай. Спасибо за твое время. Тебе интересно отпускать колки и комментарии? Да, я не знаю, давай. Вау, так обидно, мы искали как раз нового, как ты. Приходи на наше шоу, чтобы отжечь. Без проблем, парень.
Привет всем и добро пожаловать на Берриуд ищет таланты. Поаплодируем сегодняшним судьям. Тот, чей голос вдохновлял нас таинственный идол-певец. Привет, Берриуд. Вау, я люблю тебя. Это ангелы поют или это Сесил? Здорово быть здесь. И наш специальный судья на сегодня. Острый язык века, Ульки. Ну, блядь, вы мне льстите. Не слышу вас, блядь. И это Берриуд ищет таланты. Начинаем. Наш первый участник, поющая принцесса из горы Шиверинг, Анна. По-моему, это Эльза, блядь. Анна рыженькая была, каштанка, скажем так. Приятно познакомиться, ла-ла-ла. Отпусти и запомни, что прошло, то ушло. В смысле, блядь, это потрясающе, вы чё, блядь, гоните? Это было худшее пение, что я слышал. Как можно говорить такие резкие вещи? Блядь, можно, прикинь. Хорошо, следующий участник. Студент из преисподней Лавии. Камнекрушитель. Ну, бля, я тебя сразу забракую, потому что это, ну, совсем не интересно. Спасибо, Лавии. Так много силы. И правда впечатляет. У меня мурашки. Ладно. Вы можете распознать талант. Хуй знает. Хорошо, следующий участник. Придворный маг Дольф. Рудольф. Олень Рудольф. Я призову волка с гигантскими клыками. Че ты пиздишь? Это обычная псина корки, блядь. Она даже укусить не может. Ее пинком, блин. Догнать можно, как делать нехер. Бешеного льва, короля зверей. Ну, судя его логике, да, это был кошак. Это просто кошак. Породу не помню, только этих кошаков. На этот раз самое могущественное существо на этой планете. Кролик. Прекрасно. И снова отсылка к прошлой серии. Спасибо, Дольф. Потрясающая магия. Это были ужасные существа. Это было ужасно. Все через одно место. Почему ты вообще на сцене? Согласен. Я привык к зависти. На сегодня все. Посмотрим, что скажут судьи. Я скажу, что в Болливуде есть таланты. Я думаю, все в Болливуде просто как не из этого мира. А я думаю, что я думаю. Вот это я и думаю. Пошли нахуй отсюда. Ты груб и противен. Саши, away. Это все зависть ко мне. Вы что, ебанулись? Спасибо, наш рейтинг увеличился на 15%. Вот ваш чек. О, золотой кубас. Так, стопы, тут что-то еще было, я помню. Да, вот они. Так. Есть что-то еще? Вот ничего больше нет. Пустота. Гнетущая пустота в этом помещении. Ладно, уходим отсюда, раз тут больше ничего нету. Сквозь вас мне не пройти. Уходим. С вами пока тоже нельзя поговорить. Давай направо. О, ребята, вы что тут забыли? Прикольный скилл. Я даже не помню, у кого такой есть. Но у кого-то есть. Так, Юджин. Подожди, я могу сюда зайти. Что у нас тут? Ничего особенного. Ну ладно. Юджин, иди сюда. Эй, сюда. Наслаждаешься, да? Получи несколько реплик, и ты уже звезда? Ха, неважно. Иди принеси мне мороженое. Ну ты знаешь, мороженое с шоколадной крошкой, но без шоколадной крошки. Мороженое с шоколадной крошки, без шоколадной крошки. Неужели так сложно понять? Итак, как долго мне ждать мое мороженое? Пошла нахуй, сука! Блять, дайте я ее разъебу. Она заебала, блядь. Юджин, ты сука. И когда-нибудь я тебя отомщу. Так, ладно. В принципе, бары есть. Давайте по барам пробежимся. Больше ничего. Хотя это не бары, это... Я даже не знаю, что это. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Последний бар. О, привет. О чем он говорил во сне? Да я ебу, я только пришел. Ты погоди, я навигатор снов, моб. Я направлял мистера Саида во сне, у него какие-то проблемы. И теперь мистер Саида застрял во сне, который внутри сна, в лимбо. И чё? Нет времени на детские загадки. Если мистер Саид не выберется из лимбо, он будет спать во сне вечно. Если ты мне поможешь, я останусь в долгу, что скажешь? Давай. Хорошо. Тогда давай отправимся в сон мистера Саида. Ну это, блин, короче, опять же, отсылочка на фильм «Начало». Если я правильно помню, еще есть книга, но она как-то по-другому называется.
Может быть, и я ошибаюсь и путаю с какой-то другой. Ладно, не столь важно. Это первый сон мистера Саидо. Мир здесь отличается от мира снаружи. Невозможно, возможно. Мы не сможем попасть в следующий сон, если не найдем верный путь. Здесь должна быть где-то подсказка. Она может быть во сне или вне его. Ну, предположим, какая подсказка должна быть. Ну вот, допустим. Давай глубже в сон отправимся. Если он в четырехкратном сне, мы вернулись к началу. И что? Это была машина не мистера Саида. Хорошо. Они различаются или это одна и та же? Это что, это выход? Нет, на выход нам... Давай сюда. На выход нам пока не нужен. Так, вот, верно. Может быть, там что-то еще есть? Нет, там все, тупик. Хорошо. Сюда. Понятно. Понятно то, что ни хрена не понятно. Могли бы просто машинку в одно место накидать, я бы просто отправлялся в сон. Нет, нам же нужно найти пути, найти то, все, пятое, десятое, задолбали. Так, ладно, первую мы пропускаем тогда и идем ко второй машине. Предположим, это вот эта вот. Вроде она, если я правильно помню, не ошибаюсь. И да, я был прав. Так, что мне дальше? Блять, ладно, направо не идем. Да я даже никуда... Какого хрена меня вообще в начало вынесло, если я даже ни на что не нажал? Это довольно странно. Это довольно странно и непонятно, как это работает. Плевать, давай резче. Блин, меня уже бесит эта анимация. Так, первую машину мы пропускаем, идем на вторую машину. Хорошо. Заходь. Это у нас какой уже уровень? Первый, второй, это третий уровень. Значит, теперь идем налево. Ты? Скажи, что это ты. Я не хочу заново повторять все действия. Да, это ты. Угу. Ну, давай, поехали. В кафешку. Это принадлежало человеку, которого я встретил в полузабытом сне. Я ждал, что кто-нибудь придет за мной. Кто-то из вашего полузабытого сна? Моб? Невозможно. Он и я, мы были молоды. А я старик. Я пришел за тобой. Этот мир нереален. Как? Я должен верить тебе. Ну, вращай вертушку. Почему вертушка? А, вращаюсь вертушка. Она не останавливается. Это был сон. Вернись. И мы снова два молодых человека. Бля, за столько лет, сколько он там находится в этих снах, блин, не додумался эту херню запустить. Логика отменная, нахер иди, короче. К слову, да, тут она тормознула. Просто ради интереса. Здравствуйте, как у вас дела? А что ты тут забыл, темный орк-захватчик в металлической броне? Угу. Стой, 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 тихо. Да, блядь, хватит. Вы кто? Юджин должна быть. Должна. Я не понимаю прикола. Как мне пройти туда? Никак. Ладно, тогда уходим отсюда. Теоретически Юджин должна туда сюда прийти, чтобы они отвлеклись на нее. И мы сюда заходили, я не помню. Нет, не заходили. Вот так можно было бы и пропустить. Так, что у нас тут? Угу. Давайте двигать. Почему нет? Так, давай ты сюда. Я не знаю, тебя сюда тогда, пожалуй. Просто сдвигаем. Блин, я думал, сейчас лажану. На секунду показалось, что я просто в стену воткну и все. Так, что у нас тут? Тут у нас такая же херня. Ну давай, по старой схеме. Эту сдвигаем вниз. И вторую просто поправляем. Как долгий уровень. Он долгий только за счет того, что приходится очень много двигать всяких разных предметов и искать всякие разные пути. Которые мне нахрен не нужны, по сути. О, желтый кубас. Добро пожаловать в Берибакс. Как скажешь. Это все, зачем я приходил? Нет, вообще как-то можно в этот бар еще попасть. Теоретически так же, как мы и заходили до этого. Через вот такие вот входы. И забрать, собственно, пазлы. А вот, собственно, и вход.
Так, с вами можно поговорить? Нет, нельзя. Ну и черт с вами, пойдем отсюда. Так, это кофе, 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 кофе. Давай мне мороженку. Какой вкус предпочитаете? Шоколадная крошка. Держите. Это самый сложный квест, который я когда-либо встречал. Лови. Так, тут ничего, тут ничего, тут тоже. Уходим. Юджин, держи свое мороженое, наглая рыжая морда. Что так долго? Дай мне мороженое. На, подавись. Фуф, что это? Это шоколадная крошка? Если я говорю, что она там, у тебя больше реплик, и ты теперь нарываешься? Давай. Я ясно выразился. Ты думаешь, можешь выжить с таким отношением? Я не позволю получить тебе роль в Берривуде. Никогда. Я уже забрал твою роль, сучка. Так что молча завидуй. Это Юджин. Я. Дверь откройте. Стоп-э. Стоп-э. Я знаю, как можно пройти. Двигайтесь, блядь. О, что-то пошло, пошло, пошло. Давай, давай, давай. Вперед, вперед, блядь. Мне сюда. Кстати, с вами можно поговорить? Нельзя, давайте этим дверь откроем. Потому что они что-то сюда рвались. Плевать. Вы где? Такой хер я вас впускал. Быстрее на площадку. Угу. Мне сюда. Кажется, у Юджин плохой день. Ты знаешь, что не так? Конечно, знаю. Не может быть. Она не будет сомневаться в своей этой, там, в чём-то. Да я бы был Юджин. В любом случае, готов к съемке. Давай. Хорошо. Ты проникаешь в убежище Велинты в этой сцене. Твое время сиять. Удачи. Как скажете. Теперь все готовы. Давай, Эл. Статисты, когда вас ударят, сделайте вид, что это очень больно. Заметано. Отлично. Тогда камера, мотор. Камера. Мотор. Даже великий Барри Харт не может вломиться сюда. Уверен? Я докажу тебе обратное. Я только... Блин. Снят еще раз. Сейчас. Я только недавно говорил о том, что мы не используем эту способность. И вот, пожалуйста, мы используем эту способность. Великолепно просто. Стоп. Отвернись и погибни. Вообще не погибни, а это, как там говорится, сделай вид, что тебе больно. Блин, вот я банально, тупо, очень случайно попадаюсь на эту херню. Буквально просто один шаг влево, вправо и все. Умри. Снято. Походи, снято, я пазла не собрал. Отлично, тогда камера-мотор. Ты прирожденная звезда. Откуда эти движения? Пиу-пиу. Хорошо, в следующей сцене ты. Зайди ко мне, Вэл. Ох, Юджин, я как раз хотел. Я сказала, зайди. Ох, да, иду. Стервозная сука. Чё её не устраивает? Я тут всего лишь на пару миссий зашел. Она психует и истерит что-то. С тобой можно похвалить? На что смотришь? На сиськи твои смотрю. Которых у тебя нету. Эй, ты иди помоги мне. Мне нужно заплакать для сцены, но слезы не идут. Помоги мне заплакать. Давай. Да, давай начнем. Скажи что-нибудь грустное, что, над чем я смогу поплакать. Я не знаю. Давай вот это вот. Ну чё, нигер, ты ноешь уже? Или ты латин? Да нет, ты нигер. Ха-ха, а ты милаш. И это ты называешь грустно? Серьезно? Это не сработает. В этот раз попробуй поурожать мне, используй что-то там на оружие тебе. Это твое лицо для угроз? Тяжело, и не смеясь. Ты никому не помогаешь, исчезни. Слышь? У меня есть охуенная идея. Где там, блядь, этот острый соус продавался? Стопэ. Чё ты светишься? Хуй тебя знает. Уйдите, уйдите, уйдите. Все с дороги, блядь. У меня очень важное задание. Так, пройти могу? Нет, блядь, а где обход? Далеко, недалеко? А ну да, хорошо, не очень далеко.
Полностью согласен. Вы сейчас удивились, почему же оборвалась запись. А все потому, что эта долбанутая программа, я не знаю, что с ней. Она может месяцами работать идеально, отлично просто, и в какой-то момент она выкинет один из таких вот финтов. Ладно, короче, что там осталось за кадром? Точнее, что у меня тупо улетело? Перескажу немножко сюжет. После того, как этот нигер попросил нас, чтобы мы довели его до слез, нам нужно загонять в первый магазинчик, который мы встретили, где мы брали острый соус. Собственно, в этом видео есть, я сейчас до него добегу. Вот, там мы берем, собственно, этот острый соус. Вот тут вот, забираем острый соус. И потом возвращаемся к этому негриле. Отдаем ему, он его выпивает. Он его выпивает, немножко бегает, кричит, плачет, умоляет о пощаде и все в этом роде. После чего ноет и выдает нам последний желтый куб, которого нам не хватает для завершения миссии. Все пазлы, самые последние пазлы, находятся как раз именно в этой комнате, поэтому тут уже как бы все нормально. И напоследок. На сиськи я твой смотрю. Ты против? 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 А? Ладно. Напоследок, короче, в чем был сюжет, который, я не знаю, вылетел просто. Суть в чем? Была последняя сцена, где нас убивают. Ну, не убивают, там просто превращают в какую-то марионетку. И после этого мы больше не участвуем. Всю оставшуюся роль и текст отдают Юджин, которая ебашит статиста, не щадя. Все говорят, что Юджин, ты охуевшая. Ну, это как всегда стандартно. Короче, она обиженная уходит. И на этом, собственно, все. Ну, так вот. То есть, по большему счету, тут ничего больше не было, кроме как вот этого момента. Ну и, собственно, если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я отвечу. А по поводу программы я не знаю. Она вроде нормально работает, но вот крайне редко, но такие финты выкидывает. Не знаю, как с ним бороться. А почему не сменю программу? Да потому что нету достойных аналогов ей. Я уже несколько десятков пробовал разных. И вот нету достойных аналогов. Есть один, но он лично меня уже не устраивает. Поэтому им я не пользуюсь. Ну и на этом, собственно, всем пока. И увидимся в следующей серии «Войны среди звезд». До встречи.